хороший рок. Я буду стараться не выйти из себя, а если выйду, то сразу войду обратно. Ведь двери открыты, а потом пойду, выпущу пар и понемногу буду их впускать обратно. Так крутится колесо, поршень паровой машины набирает ход. Попробуй, как он, выйди и войти обратно. Даже если бессмысленно, зато сколько драйва. Это стоит почувствовать, все быстрее и быстрее вращаться. А если слетело пару винтов, то что с того, уже нельзя ничего починить на этой скорости обратно. Давайте следовать движению, ускорению, все быстрее и быстрее вращаться. Разбился, он не был готов к такому, ну и что? Зато как писал, на полном ходу был счастлив. Спасибо. Ну, клавишник пришел. Че, клавишник пришел? Понятно. Пришел. Девушка или парень? Девушка. Девушка, это Даша. Это Даша. Даша, Даша, привет. Даша, ты клавишник? А, Даша, это не клавишник, она пришла к нам. Так просто слушайте. Редкие слушатели, пролетающие. Не, ну можно было даже немножко больше слушателей на самом деле. Я сейчас был в клубе Джерри Рубина, и меня друзья спрашивали, ты здесь сыграешь? Я сказал, нет, я здесь сыграю через неделю. Вот. Теоретически, наверное, мог их зацепить. Ну давай, давай, второй песню. А, все, все, все. Это про глубину депрессии, на самом деле, песня. Вот, она должна быть... Просто сейчас должно быть про жесть. Вот, вот, да. Однажды я стану костром через миллионы лет. Звездные пути пересекутся однажды. Я стану костром через миллионы лет. Звездные пути пересекутся. Галактики пойдут навстречу. Тогда боль в моем сердце изменится, перевоплотится. И я начну спасать, а не спасаться, не ждать от них помощи. Однажды я стану костром через миллионы лет. Звездные пути пересекутся. Однажды я стану костром через миллионы лет. Звездные пути пересекутся. Где-то далеко мы продолжаем этот путь. Не боремся с миром друг друга. Нам легко дарить невероятное и невозможное. Верить друг в друга — это утешает меня. Пока лежу и ничего не жду, пока лежу и ничего не жду, пока лежу и ничего не жду. Однажды я стану костром через миллионы лет. Звездные пути пересекутся.